Таких привычных и таких неприятных для водителей столбиков, которые не позволяли заехать машинам, теперь здесь нет. Их убрали бывшие арендаторы парковки у парка имени Белоусова на площади искусств. А вместе со столбиками передали саму парковку в ведение парка. В текущем году данный земельный участок перешел в безвозмездное пользование к областному учреждению «Тульские парки». И, соответственно, губернатором области было принято решение о том, чтобы расформировать на этой территории вот, обустроенную платную парковку и сделать это как бесплатную парковочную зону для посетителей парка. 20 рублей за час платили владельцы машин, приезжая погулять в самой зеленой зоне города. Если учесть, что на прогулку в парке тратится несколько часов, а то и целый день, сумма набегает. Не всегда большая, но неприятная. Теперь же парковка стала бесплатной. Количество машин и мест также увеличили. Было 50, стало 100. Понятно, что желающих поставить машину гораздо больше, поэтому идет разговор о создании новых парковок. Вы сейчас видите прекрасно, что зона парковки, она значительно расширилась. Вот сейчас, по нашим подсчетам, уже эта площадка, она где-то будет вмещать порядка 100 машин. Значит, для того, чтобы это было все-таки не хаотичное движение какое-то, да, спланированное, значит, мы нанесем здесь дополнительную разметку, разграничительные посты, такие же сделаем линии, как вот сейчас, которые сейчас уже, вот вы сейчас видите, уже часть имеется, да. Вот, и тем самым мы обеспечим здесь, ну, достаточный порядок. В ближайшей перспективе передать также в безвозмездное пользование Тульским парком еще один участок, непосредственно перед центральным входом в парк, но уже для организации платной парковки. Алексей Алексеев, Юрий Вавилов, ТВ-центр Тула.